Итак, небольшое видео по зарядке аккумулятора электровелосипеда. В общем, вот эта вот коробочка является преобразователем напряжения. Вот, и на токе сейчас 3,6 ампера. Вот, любого блока питания, вот, в данном случае это 12-вольтовый, она прекрасно заряжает аккумулятор. Вот. Что бы я хотел сказать по защите аккумулятора. Я выбрал обычные 15-амперники по 5 элементов на штуку. Вот. Их полностью хватает. Два последовательно, получилось 10 и 4 в параллель. Получилось 10 последовательно, 4 в параллель. 40 элементов, их полностью хватает, чтобы тащить 250-ваттный такой вот двигатель. Вот. Возможно, для других целей, там, если у вас мотор-колесо будет на 500 ватт, понадобится тот мощный. Но для маленьких токов зарядки, если вам не требуется заряжать экстренно и разряжать экстренно такой маленький аккумулятор, то этого по 2 доллара, а не за штуку, кажется, или больше, или там 3 доллара. Ну, этого полностью хватает. Также я вот контроллера, вот это вот тут контроллер, удалил все лишние провода, они тут не нужны. Даже обучающий провод удалил, видите, я его переделал, так как в моей местности нету нормального включателя, где купить, то я переделал, просто он у меня подключает питание к велосипеду. Вот, и так велосипед этот ездит. Вот, ездит очень резво, все горы в моем населенном пункте, выезжает прекрасно. И этот аккумулятор полностью справляется. Я еще даже одну зарядку не изъездил, но решил зарядить до конца, чтобы не стоял. Сейчас зима. И он просто простаивает пока что, потому что кататься невозможно на нем зимой. Вот такое видео.